Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. После того, как я выложил свое крайнее видео про ювелира, история одного зрителя моего канала, мне пришла в голову интересная идея сделать вот такие вот выпуски социальной рекламы регулярными. Я думаю, что у меня очень много подписчиков и зрителей, творческих людей, людей, у которых свой какой-то бизнес, как в России, в странах СНГ, так, я думаю, у меня есть регулярные подписчики, которые проживают в Америке. И я готов на своем канале совершенно бесплатно выкладывать вот такую социальную рекламу, если люди захотят рассказать о своем каком-то частном бизнесе, о своих каких-то начинаниях, если этот материал будет интересен для моих зрителей. Все, что от вас надо, это связаться со мной, снять какое-то простенькое видео, даже если вы не умеете заниматься видеомонтажом, просто сделать такую съемку хоть сотовым телефоном, при условии, что он нормально снимает, прислать мне исходники, я уже сам сделаю монтаж. И рассказать кратенько о себе. Ну, естественно, предварительно со мной пообщаться, чтобы было понятно, что этот материал будет интересен зрителям. И, пожалуйста, я думаю, что вот такая форма подачи материала, она вполне вероятно кому-то поможет. Потому что я уже снимал видео про художника-аниматора, который на моем канале сделал такую заставку с пилотом. Снимал несколько видео про людей, которые музыку пишут, комиксы рисуют. Вот с ювелиром у меня было 2 интервью. То есть, пожалуйста, не вопрос. И у меня уже есть несколько заявок от людей, которые проживают в Омаха, у кого свой бизнес. Тоже в ближайшие месяцы люди сейчас закончат вопрос сдачи налоговых деклараций. Сейчас остались буквально считанные недели. Сейчас кто не успел, кто весь в делах, занимается подачей этих бумаг. Но вот я думаю, что через пару-тройку недель у меня появятся еще вот такие вот видео от людей, которые занимаются частным бизнесом в Омаха. Вот. Так что вот такая вот идея социальной рекламы. Не стесняйтесь, пишите на мой e-mail, он всегда прописан в конце каждого видео или в описании. И давайте, если у вас есть что-то интересное, и вы можете рассказать о своем бизнесе, я постараюсь вам сделать рекламу и, может быть, найти каких-то заказчиков. Еще раз говорю, что это совершенно бесплатный такой проект социальной помощи. Начинаются выходные. Я сейчас соберусь силами и сниму долгожданное видео, которое у многих патриотов порвет пятую точку. Сейчас вот я соберусь силами, пойду на кухню варить кофе, а потом сяду за творческий процесс. Вот. А вам хороших выходных!